Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко, и я вице-президент сетевой компании. В этом видео я расскажу вам, какой же маркетинг-план мне ближе, компания Oriflame или компания BioSee, и почему. Мое первое знакомство произошло с компанией Oriflame. Когда мне было 16 лет, я купила свою первую тушь, и это была именно тушь Oriflame синего цвета. Мне она тогда очень понравилась, и для меня это было что-то вау. Когда мне было 20 лет, меня пригласили поработать на рынке. Я продавала продукцию Oriflame людям. И тогда я еще не понимала, что же такое в принципе сетевой маркетинг. Для меня это было купи продукт и продай продукт по более высокой цене. Но когда я уже осознанно пришла в сетевой маркетинг, когда мне объяснили смысл этого бизнеса, я его увидела совершенно с другой стороны, я стала в этом во всем разбираться. Конечно, я стала интересоваться компанией Oriflame. Что же это за компания? И узнала о ней очень много хорошего, что это многолетняя компания с очень большим охватом. Также, когда мне предложили компанию BioSee, я о ней практически еще ничего не слышала, потому что компания была достаточно молодая. И прежде чем выбрать что-то для себя, я села и глубоко разобралась, что для меня, как для предпринимателя, а я уже пришла в этот бизнес, будучи предпринимателем линейного бизнеса, и так что же было для меня важно, и почему я для себя выберу ту или иную компанию. Конечно же, для меня это был очень сложный выбор, потому что обе компании – это достойные компании, которые занимают свое место на рынке. У любой компании есть плюсы и минусы. Все же, в итоге для себя я выбрала компанию BioSee по ряду причин, которые интересны именно мне, конкретно в моей ситуации. И сейчас я вам о них расскажу. Самое первое, о чем я хочу вам рассказать, какие есть виды доходов в компании BioSee. Ну, первое, как, наверное, во многих других MLM-компаниях, это доходы с продаж. Ты действительно можешь купить по одной цене, а продать по другой цене. Второе, это межуровневая разница. И вот здесь самые большие деньги. Это бизнес на будущее, бизнес на результат. Это и есть твой пассивный доход. Третий доход – это доход с отделившихся директорских веток. Когда ты обучил человека, он стал независимым предпринимателем, директором своей отдельной команды, и он же работает самостоятельно вместе со своей командой, а ты всю свою жизнь получаешь с него свой процент. И также процент с тех людей, которых он пригласил. Следующий момент – это премии. Очень хорошие выплаты от 1000 евро до 1 миллиона евро. Когда ты проходишь весь маркетинг-план, а он достаточно такой легкий и короткий, ты можешь получить суммарно почти 2,5 миллиона евро. Ну, для меня это очень крутые цифры. Также, конечно же, здесь есть огромное количество бонусных программ. Я их всех даже не смогу перечислить минут за 10. И основной момент, который очень важен многим людям, это линейное направление бизнеса в компании BioSee. Можно открывать магазины, склады и работать в таких направлениях, как оптовая и розничная торговля. Я сейчас расскажу вам о самых основных преимуществах компании BioSee. Первое, что очень для меня было важно, это бесплатная регистрация. Люди очень часто устали что-то платить для того, чтобы открыть свой собственный бизнес. И многие идут именно потому, что здесь бизнес, который называется бизнес без вложений. Второй момент, не нужно паспортных данных. Опять же, есть люди, которые приходят и ни в какую не хотят давать свои данные, данные своего паспорта по многим причинам. И вот у нас как раз-таки в компании BioSee этого нет. Нет обязательных закупок также. То есть ты сразу автоматически, когда регистрируешься, можешь взять любой товар на любую сумму без торговой наценки 50%. То есть тебе сразу же дается преимущество приобретать товар по оптовым ценам, ценам от производителя. Личный товарооборот всего лишь 3000 рублей в один календарный месяц. Это, ну я бы сказала, идеальный личный оборот, потому что на любой человек, особенно если у него есть семья, пользуется и покупает продукцию для себя, для своей семьи на такую сумму. Каталог длится
2 месяца вам не нужно каждые 2-3 недели покупать новые каталоги. Это тоже очень удобно. За каждого новичка компания выплачивает вам от 100 до 200 рублей, независимо от того, сколько новичков к вам приходит. Это очень-очень круто. 5 новичков – это 1000 рублей вам в подарок. 10 – это 2000 и так далее. Зарплату вы получаете абсолютно каждый месяц, один раз в месяц. Причем не товаром, а наличкой от 2000 рублей и выше. Вы здесь видите живые, настоящие деньги. Уровень директора. Во многих компаниях он достаточно большой. У нас уровень директор, точнее вице-директор и выше, от товарооборота всего лишь 150 тысяч рублей за один календарный месяц. И дает его вам абсолютно вся команда. Это не ваш личный оборот, это оборот вашей команды. Про премии я вам уже говорила, но повторю еще раз. От 1000 евро уже при товарообороте 150 тысяч рублей через 6 любых месяцев в году вам платят эту премию. И от 1000 евро до 1 миллиона рублей вы будете получать, причем статусы суммируются. То есть если вы закрыли сразу 3 статуса, вы получите сразу 3 премии за эти 3 статуса. Автомобиль. Во многих компаниях есть автопрограмма. Но чем отличается именно наша автопрограмма? Когда вы делаете уровень вице-директор, открываете уровень вице-директор, вы уже имеете возможность с первого же месяца вступить в автопрограмму. И через 5 заветных месяцев у вас будет личный автомобиль. Это можно взять его в кредит, можно в лизинг, а можно купить. И компания оплатит вам автомобиль. Вы сами выбираете, каким образом вы этот автомобиль приобретаете за счет компании. Но это еще не все. Именно в нашей компании вы можете приобрести любой автомобиль любой иномарки. Ребят, любой иномарки. Вам не надо выбирать какую-то определенную марку машины. Следующий момент. Это, конечно же, квартирная программа. Я знаю пару компаний сетевых, где тоже есть квартирная программа. Но с какого это товарооборота и с какого уровня? Именно в компании BOC, это одна из причин, почему я выбрала именно эту компанию, есть квартирная программа, и уже с уровня директор через 6 месяцев вы можете получить квартиру или дом в любом городе и даже в любой стране за счет компании. Причем компания также может оплачивать вашу ипотеку, которая у вас была до того, как вы стали директором. Представляете, сейчас полстраны живет, оплачивая ипотеку и живет в квартирах, которые взяты в ипотеку. Также компания может оплатить купленную вами квартиру или дом. Есть масса вариантов, но ваши жилищные вопросы вы можете решить с помощью компании BOC. Где еще такое есть? Да нигде, я лично изучала. Следующий момент, конечно же, это путешествия. Я очень люблю путешествия, для меня это важно. Если бы в компании BOC не было такого количества путешествий, я сюда бы, честно вам скажу, не пришла. Вся моя семья знает, что для меня путешествия – это просто огромный стимул для жизни. И в нашей компании, внимание, минимум 3 путешествия в год. Причем это не просто какие-то недорогие, простые путешествия. Это VIP-путешествия. Это Кипр, это Доминикана, это Мальдивы, или круизные лайнеры, или это действительно очень крутые пятизвездочные отели, где абсолютно все включено, вплоть до экскурсий. И сейчас еще есть очень крутое путешествие. Поездка во Францию, на родину компании BOC, провинцию Британь. Это кусочек настоящей Франции, где еще сохранились старинные традиции и где экологически чистая зона, в которой, собственно, и выращиваются растения, из которых производится наша продукция. Конечно, отдельное слово я хотела бы сказать по продукции. Продукция выпускается в лабораториях Франции, в тех лабораториях, где также производится продукция для многих известных французских косметических компаний. И все продукты, они полностью сертифицированы самыми знаменитыми сертификационными государственными центрами.
Следующий момент по маркетингу. Для меня было это очень важно, потому что я понимаю, что маркетинг, это сетевой маркетинг, это бизнес не одного, двух или трех лет. Я хочу, чтобы мой бизнес приносил мне деньги и в будущем. И поэтому есть очень важный момент. В нашей компании выплаты в глубину не обрезаются. Внимание, то есть ты можешь получать с директоров 10 уровня, 20 уровня. То есть ты даже этих людей знать не будешь, с ними будут работать их лидеры, а ты будешь пожизненно получать свой процент. Во многих компаниях выплаты в глубину обрезаются, и тебе уже нет интереса, когда приходят люди, и ты даже их, наверное, не считаешь их уже своей командой. Здесь это не так. Здесь абсолютно каждый человек, который находится в твоей команде, это человек, благодаря которому ты тоже будешь получать свой процент, свои дивиденды. В ширину у нас тоже не обрезной маркетинг. Для меня это было очень важно, потому что я пришла сюда строить бизнес на долгие годы, что, собственно, и делаю уже на протяжении 4 лет. Также у нас есть обалденная премия. Она уникальная, потому что такой премии нет, но это уже точно ни в одной другой компании. Проверено. Итак, у нас есть крутая премия «Профессионал». Каждые полгода я получаю, и ты будешь тоже получать, когда ты выйдешь на уровень сапфировый директор, 1% от всего структурного товарооборота. Это очень хорошие большие деньги. Каждые полгода ты получаешь денежный бонус, кроме своей зарплаты, кроме своих единовременных выплат. И это очень классная система, потому что каждые полгода мы можем получить хорошую сумму, потратить ее куда угодно, на путешествия или на какую-то крупную хорошую покупку. Первый раз мы получили 300 с лишним тысяч рублей. Просто такой подарочек от компании. Еще через полгода мы получили почти 600 тысяч рублей. Скоро у нас пройдет еще полгода, и мы получим премию еще больше. Классно? Ну, для нас точно да. Еще у нас для ведущих менеджеров при товарообороте всего лишь 108 тысяч рублей со своей командой есть очень классный бонус, который называется бонус развития. 3 месяца подряд ты менеджер, и на 4-й месяц ты получаешь 18 тысяч рублей премии. Это кроме, естественно, твоих выплат, твоей зарплаты. Следующий момент, который очень важен, это премия для тех, кто делает большой личный оборот. От 300 до 1000 баллов каждый месяц. И он получает на свой подарочный счет от 1500 рублей до, внимание, 6000 рублей. Это просто такой подарок от компании. Огромное преимущество нашей компании, что вы можете открывать свои розничные магазины. Вы можете открывать розничный магазин, в котором вы можете продавать продукцию по розничным ценам, а также обслуживать дистрибьюторам в своем населенном пункте. И еще у нас сейчас открылись новые пункты ЭПО. Ты можешь открыть пункт ЭПО, чтобы обслуживать, например, свою структуру, другие структуры и получать от этого до 10% дополнительно, причем не выходя из дома. Ну и, конечно же, виды доставки. У нас огромное количество видов доставки. Почта России, адресная доставка, групповая адресная доставка. Это бюро, это ЭПО, это связной, это пункты выдачи Пикпоинт и Евросеть. Поэтому, ну, просто получай свой товар как угодно. Причем, если ты делаешь закупку от 150 баллов, то доставка совершенно бесплатная. Платно по России. Также у нас уже очень много стран открыто. И в каждой стране есть свои преимущества. Например, в Казахстане ты получаешь, открыв пункт выдачи, до 22% только с этого пункта. Это не считая розничной продажи и не считая то, что ты получаешь со структуры. Ну и самое главное, без чего, наверное, ни в одной компании ты не вырастешь. Это пошаговая система обучения. Потому что когда твой новичок приходит, он еще приходит нулевой. Он приходит без знаний, и вот тогда ему нужно дать школу, дать наставника, дать куратора. И помогать ему расти, помогать ему, давать ему партнеров, когда он уже обучился, давать ему обучающую систему. И все это есть у нас. У нас шикарнейшая обучающая система, в которой вы не только научитесь, как вести бизнес через интернет, также вам дадут все те знания, которые используются в течение много лет для того, чтобы построить
помочь вам построить систему также и среди ваших знакомых, и на земле. Но это вы можете уже сами выбирать, нужно вам это или нет. Основное обучение у нас именно онлайн. Также в нашей школе есть много интересных нюансов и по психологии, и по планированию. Все то, что нужно сейчас мамочкам в декрете, студентам, бизнес-предпринимателям и пенсионерам, то есть тем людям, которые выбирают для себя бизнес MLM, сетевую структуру. Но также в нашей огромной команде, международной команде, мы еще постоянно придумываем такие интересные штуки, как онлайн-игры. У нас есть постоянная вебинарная поддержка, у нас есть очень крутые чаты поддержки. То есть все то, что поможет тебе стать сетевым предпринимателем вообще без каких-то проблем. Только работай, только бери и применяй. Вот поэтому я и выбрала данную компанию, и именно поэтому мы растем с каждым месяцем, набираем товарообороты и становимся так популярны на международном рынке. Если ты уже в нашей команде успешных предпринимателей компании BOC, то просто бери все то, что мы тебе даем, все эти инструменты, и иди к своей намеченной цели, к своему миллиону, или к своему автомобилю, или к своей любимой поездке. А если ты первый раз смотришь это видео, и тебе тоже откликнулись принципы именно компании BOC, то ты можешь вписать мне в личку. Все ресурсы под этим видео ты можешь найти. И, конечно же, мы примем тебя в нашу огромную, дружную, международную команду. Конечно же, ты можешь легко стать партнером компании BOC. И мы будем очень рады подарить тебе все те инструменты, которые мы собирали годами. И сейчас даем каждому нашему партнеру. Если тебе понравилось это видео, конечно же, прошу поставить лайк. Если есть какие-то вопросы, комментарии, то, пожалуйста, пиши их под этим видео, я с удовольствием отвечу и пообщаюсь с тобой. Чтобы не пропустить следующее наше обучающее интересное видео, нажимай обязательно на звоночек и подписывайся, конечно же, на канал. И не пропусти все самое интересное, что будет впереди. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока.